Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с членом общественной палаты Игорем Рыженковым. Обсудили благоустройство города. В районе 31-го квартала находится несколько социально значимых объектов. Мы обсудили, где что будет стоять, какие территории в рамках социального партнерства будут приводиться в порядок. Еще одной значимой темой стал проект «Бадминтон и зрение». Это тренировки для детей с плохим зрением. По словам специалистов, польза для глаз необычного вида спорта давно доказана. Игорь Рыженков предложил эту программу для воспитанников детского сада. Это будет пилотная детская группа к слабовидящих детей, которые страдают миопией, близорукостью, и с ними будет проводиться работа по программе «Бадминтон и зрение», потому что бадминтон – это уникальная гимнастика для глаз. Первая группа планируется в 16 человек. По словам Игоря Рыженкова, этот проект уникален не только в масштабах города, но и всей страны.